Я хочу кушать. Но человек, как обычно, еще спит. Неужели он не знает, что я хочу кушать? Мы ведь всегда едим в это время. Я поспала. Теперь надо покушать. Еще и пройти не могу. Неужели человек закрыл дверь от меня? А вот как поскребусь сейчас, будет знать, что я здесь. Я хочу зайти. Не люблю закрытых дверей. Пусти, человек. Дурацкая дверь не поддается. А мне удобно точить коготки. Ой, как классно. Не люблю закрытых дверей. Дерево. Пахнет деревом. Как приятно. Всегда вот так делала. Да это даже лучше этой дурацкой штуки, об которую человек хочет, чтобы я точила коготки. Мне она не нравится. Совсем не похожа на деревья. Вот бы меня выпустили за дурацкую прозрачную штуку. Там деревья. Настоящие. Птички летают. Бабочки. Так хочу попасть туда снова. Столько запахов. И все издалека. Хочу найти их источники. Как же интересно. Приятная точилка. Ой. Мамочка-кошечка. Я, конечно, хотела открытых дверей. Ну зачем так резко-то? Опять этот человек. Я сейчас как отомщу? Давай сюда свою ногу. Я ведь достану. Я ведь царапну. Я ведь укушу. Куда? Опять меня подняли так высоко. Хоть бы не упасть. Хоть бы не упасть. За что зацепиться? Это странная вторая кожа, которую человек всегда носит. За нее так удобно держаться. Только человеку почему-то это не нравится. Странный ты. Чего не так? Просто держусь. Опять ругаешься. Что ругаешься? Мне не нравится твой тон. Я просто гуляла. Просто хотела позвать тебя кушать. Хватит спать. Ты же знаешь, что есть я. У тебя всегда есть еда, так что давай. Ай, давай. Ай-яй-яй. Да. Как приятно, когда ты проходишь по моей шубке. Я даже забыла, чего хотела. Чего же я хотела? Мне нравится этот лысый, странный, огромный кот. То есть человек? Да, я называю его человеком. Человек, ты мне маму напоминаешь. Я хочу потыкать тебя лапками, как мамин животик когда-то. Хоть ты и странный кот, какой-то лысый.
слишком большой. Вылизываться не умеешь. Все время приходится тебе помогать. Еще и мышку ловить сам не можешь. Ну чего тебе стоит? Побеги да слови. Это ведь весело, человек. И мух почему-то не ловишь. Еще и не ешь, когда я их приношу тебе. Ради тебя ведь стараюсь, человек. Эй, ты куда пошел? А как же я? Подожди, подожди, человек. Опять пройти не могу. Эти дурацкие деревянные штуки постоянно мешают проходить туда, куда мне хочется. Не люблю я закрытых дверей. Эй, человек, я здесь. Я тоже хочу писать. Человек. Хотя, есть у меня еще одно любимое местечко, где можно сделать свои делишки. Там и темно, и тепло. И ничего не мешает туда пройти. Побежали! Так, 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 так. Поправим тут все, поправим. Фух. Приведем тут все в порядочек. Порядочек. Чтобы чисто, красиво, как я люблю. Человеку только не нравится. Все время мои делишки куда-то прячут. Ну и пусть прячет. И еще наделаю. Кричит еще иногда зачем-то. Ругается. А я чего? А я ничего. О-о-о! Вышел. Режим кошачьих гонщик активируем. Ай. Мордашка об ногу не нравится. Зато успела догнать. Человек! 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 Никакой я не сайгак. Я кошка. Не котенок. Я большая. Я кошка. Я рысь. А ты дай покушать, человек. Ты, кажется, всю дичь от меня спрятал. Мне же кушать нечего. В этом укрытии почти нечего ловить. Как же мне на таком кормлении носиться сюда-сюда и по шторам лазать? Это ж сил много нужно, а я очень хочу бегать. И ночью, и днем. Ночью даже круче. А то человека днем нету, уходит куда-то постоянно. Зато ночью он всегда здесь. Я зову со мной побегать. Ну, почему-то ругается. Все спит и спит. Нет бы спать, когда я сплю. А когда я бегаю, со мной играть. Опять от меня убегаешь? Эй, не видишь, что ли? Я тут. Ох, монетка. Еще одна монетка. Я прячу их под моим любимым ковриком. Какая же классная игрушка. Надо сделать запас. Я тут тоже заберу. А когда человек уйдет, я с ней поиграю. Почему-то отбирает у меня игрушки. Плохой кот. Жадный. А? Кушать? Лечу. Я уже лечу. Хочу, 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 хочу. Эй! А почему то же самое, что вчера? Я не хочу старое есть. Человек, это невкусно. Я это не буду. Да и получше. Не хочет. О, там птичка. Птичка. Привет.
Ох, солнышко светит, так тепло. Хочу вон на то дерево, к птичке. Человек, я к птичке хочу. Не смотрит даже на меня снова. Выдал гадость какую-то, а сам, как обычно, вкусное что-то ест. Мне это надоело уже. Человек, человек, хочу на ручки. На ручки возьмешь? Я же все равно заберусь. Или на штору? Да, хочу на штору. Как здорово. Эй, не надо меня ловить. Выше, выше, выше. Да, теперь не достанешь. Надо сюда обязательно залезть снова, когда человек видеть не будет. А то он как-то уж слишком настойчиво пытается меня отсюда снять. Все время играть мешает. Ой-ой-ой, куда? Ай, все упало. Бежим отсюда. Я испугалась. Человек еще кричать будет. Любимое укрытие, я лечу. Он знает, что меня здесь не достать. И все-таки весело здесь. Особенно, когда человек не видит. Все равно играть со мной не хочет. Я без него поиграю. Потом снова идет куда-то. Не знаю. Но чего он за этой дверью так... Долго делает, постоянно. Я смотрела. Ничего там интересного нет. Темно. Пахнет неприятно. Слишком много шума. Я нервничаю. Ну и пусть туда ходит. Когда-нибудь проверю, чего там делает. И сейчас не хочу. Мне и здесь есть чем заняться. Столько вещей с полочек не скинуто. Столько клубков и рулонов не размотано. Работы столько, что надолго еще. Еще все монетки собрать надо под коврик. Я видела, человек снова потерял много в диване. Я же все достану. Они так сильно пахнут, найти не проблема. И где он их берет столько? Я тоже хочу. Они катаются классно. Особенно самые тяжелые. Точно. Я еще по столам подбегаю, куда человек не пускает. Все ему не нравится. А там еды столько. Какой-то вредный кот. Не хочет делиться. Я вот с ним делюсь. Мышей приношу. А он их не хочет. Надо бы обидеться. А я и обижусь. Теперь из-за уголов буду... Выпрыгивать ему на ноги. Он так забавно пугается. Да и все равно потом берет меня и гладит. Кажется, на меня никто не может обижаться. А это все потому, что я здесь главная. Правильно. Со мной... С главной надо дружить, гладить, давать кушать вкусно, чесать. Я не понимаю только, зачем мои какушки воровать. С этой проблемой я разбираться не буду. Пусть играет, если хочет. Я посплю пока. Пока он не уйдет.